Молодець. А з однієї сторони, да, коротенькою іщем, красненькою. А може ти на ньому придержала? Анька ж я вже встала вже. Уже, так, це ще тільки начало. Прекрасно, тепер це крутий. Є ще один? Ми ще іщем красну коротеньку. А, хорошо. Вона сама коротка. Ні, не треба. Это ж ваша семья. Паша, молодцы. Если у кого пересохло, давайте выпьем. Да, Паша, молодцы. Паша ногтей нема. Ну, извините. А вы стараемся. У нас не раз. Я уже давно. Да, можно дать ножницы. Нельзя. Она не может. Нет, ногтей не нужно. А, врезать вам 17? Да, не ногти, когда посадишь. Ты обкрутила. Зачем? Вот я сейчас это и делаю. Обкрутила, потом завязала. Молодцы. Так вроде и длина. Паша справились? Да, Паша вообще умки. Да, даже Паша справился. Да. Паша и Паша справился. Подожди. О, сейчас Виталик еще последний узелочек. Девочки, опа, молодцы. Хорошо, у всех получилось. У Тани тряпочку. Да. Мы сейчас будем делать девочку. Да? Вдоль складываем. Вот так. Складываем. По большой или маленькой стороне? По большой. По большой стороне. Смотали. Сложили ее ровненько, ровненько вдвое. Еще раз. У меня квадратные, я где прошу? Еще раз. Вдоль. Складываем. А если квадратная? Там, где длиннее. У тебя есть длиннее. Складываем. Да не важно. Складываем. Да, складываем. Складываем. С добрыми работами. Красиво, да. Вдвое сложили. Да? И теперь на нашу ручку одели девочку. Одели девочку. Нормально будет девочка. Девочка справа. Девочку одели. Одели вот так девочку. Оставили, чтобы вверху у нее головка будет. И сейчас мы закрепим голову. Прямотой. Нашли красную тоже коротенькую. Там не сильно. Ну, не сильно коротенькую, а вот такую, да? Даш, какую ты там? Одному тяжело. Одна. Поэтому, средненькую, вот такая средненькая вот такая. Полосочка. Вот. Не сильно длинная? Не сильно длинная, такая средняя. Четко поднимаем вот так, чтобы образовалась голова, да, и шею. Какая-то у меня девочка большая. Да, наматываем шею. Не, шея должна, ближе к это ниже. Да, да, ближе к красной. А, выше, ты правильно сделал. Выше, выше. Вот так? Вот так, да. Сверху. Да, да, вот так. И крепенько. А вот тут надо видеть. Она голова-то у вас, разумно. Средняя или сверху или сверху? Сверху. У них три осталось. А его только сверху заматывать, да? Прям сильно? Да, прямо сильно. Голова. Чего, Ляня, как треугольничек? Может больше. Вы ее расправите, там себе сделаете. Держи, держи, черт. Я держу. Плохо держи. Да, где затянешь, там, там где будет? Там где будет? Золоту. Где фломастером глаз нарисуем? Нет, конечно. Этой кухне глаз не рисуют. А ну держи. А точно, они же без. Что ты держишь? А что тебе? Вы же не знаете еще. Сильно обматывать, да? Да. Это же девочка. Так, чтобы осталось завязать на два узелочка. Могу на шею. Не надо. Мне уже плохо. Ничего, сейчас мы писали. Нормально, нормально. Это ж ты и выпадаешь. Да, самую длинную. Не, не самую длинную. Ну как, уже ж все. Да, последняя красная. Ну, длинненько. Там мешать туловище. Та, что короче, та, что короче берешь. Будем мотать туловище. А ну Паша возьми, у него нервозные. Одна длинная, другая кто очень как? Длинная. Подождите, как? Еще а раз. Первая нитка откуда? Ну, куда мы его что? Оставляем? Ниточку оставляем, чтобы потом завязать. Хвостик, да, хвостик оставляем. Сверху? Здесь нет, да. Крест, да. Крест. А я сейчас должна взять самую длинную нитку? Сверху, снизу, нет, по... Нет, вот эту. Которая... На крестик. На крест сюда ведь. Да. Именно крестом, да? Ну, не обязательно там. Натягивай. Крестик, внизу чтобы юбочку так. Мотать. А юпочку мотать? И юпочку, и по шее. Ну, не надо так усердствовать. Так надо оставить нитки, да? Что? Не-не-не, доставить в конце, только завязать. На узелок. На узелок. Чтобы наверняка. Голову отпустила.
Теперь откладываем. А у вас тоже было два? Что? Конца. Конечно. А как платье вышло? Они там есть. Ага. Я просто их расправила. Подождите, подождите. Вот надо вот. Теперь точно так же берем, делаем мальчика. Да? Ну так как мальчики делают. Так же, как и девочки. Ну как нам не знать-то уже. Ой, Паша, какая красивая. Еще и грудастенькая получилась. Теперь точно так же складываем мальчика. Подождите, еще девочка не завязывается. Это нормальная история. Ой, как красивого. И богатого тоже. Чтобы для кармана хватило места. А это машину какой... будем делать для мальчика? Квартиру. Так, на шее у нас идет какая? Короткая самая? Да. Нас... Не самая короткая, средняя. Самая короткая ушла на руки. Ну, там еще короткие еще две. Там еще ножки у мальчика. Самая короткая? Ну да, не юбка же. Две самые короткие будут. Так, нашел. Какие будут брючки? Паша, как бы ты делала? Нет. Хорошо. У нас одна так, семья, какую? Наверное, так. Вот эту, да? Да. Не, у него она якось повыше. Олег, кто якось вище? Давай крест, ручки делаешь. Себя жалеть. А у нас соревнования? Нет. Короны. И каждую внизу завязываем, как ручку завязываем. Так намажет, и потихоньку. А какая из них остается? И мне так... Хорошо. Тепло. Да, смешно. Ты же не поешь со своим рамаданом, уже задумала. Он сидит зеленый. Она приняла, да? Нет. Удивительно. Ну, а как же они же? Он, нет, но они же принимают сразу. Он, получается, учился у нас. Ножки? Ножки в разные стороны. Еще голову вроде. Она единственная свинья. Не ест, как все. Тихая ее. На самом они деле, считают, этот, что свинина это ж... Традиция не есть свинина произошла, грязная. Потому что в пустыне свинина очень быстрее всего загнивала. Можете. Это уже как вы сможете. Так мы почему так девочку не затягиваем. Так вы могли вот так показать и делайте, как сможете. Нет, ну в конце последнюю ниточку вы уже привяжете. На опыте уже. Да. Как появлялись их мужья. Не перепутай. Не перепутай. А если вам не сериально нельзя говорить, то скажите, якийсь какой воду роблю. Да, щас. Ты привораживаешь. Только вот это. Да. Шаровары зробили. А палочки специальные были? Да. Они пахли как-то. Нет, специальные. Вербови. Церкви посвящи. Нет, у них так. Моя фотка.